Протягом наступних 3 років Україна має заплатити кредиторам понад 19 мільярдів гривень за ВВП варантами. Спеціальні цінні папери держава випустила під час кризи 2015 року, аби знизити вартість держборгу і не оголошувати дефолт. Тоді прем'єр-міністром, нагадую, був Арсеній Яценюк, а Мінфіном керувала така собі пані Наталія Яресько. Дохідність варантів прив'язана до показника ВВП. Чим більше зростає економіка, тим більше Україна має платити кредиторам. В наступному році, увага, це близько 2 мільярди гривень. Гроші за варантами доведеться платити протягом 20 років. Тим часом в Україні чекають візиту експертів Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, на підписання нової програми співпраці з МВФ український уряд сподівався ще в грудні минулого року. Втім, нового меморандуму досі немає. Я думаю, будет справедливо. Да. Доктор экономических наук сейчас мяч просит. Этот вопрос таким образом. Понимаете, действительно, Яценюк и Яресько – это два таких, я бы сказал… Сделала людина Костериці на этой революции. Это два таких сверхафериста, которые умудрились из долга в 3 миллиарда долларов создать проблемы для Украины. Когда она в случае роста ВВП выше 4%, да, в год, должна 20% от этого ВВП выплачивать нашим кредиторам. И эта программа предусмотрена до 2040 года. Безусловно, что, ну, вы сами понимаете, вот какая экономика может давать такой рост ВВП, чтобы он пришел 20%. А нам надо платить 20%. То есть это означает, что при росте экономики в 5-6%, мы растем на 6%, а отдавать должны 20%. 20%? Есть, да, это постоянно означает, что мы будем постоянно в минусе и постоянно в этой тяболе. Гаразд, пане Максиме, чи хотіли ви відрефлексувати ну, до цієї теми, якраз під кутом того, що 20%... ну, це ж, напевно, може дати такий прибуток регулярний, це тільки, мабуть, торгівля зброєю, наркотиками, проституція. Ну, аж ніяк не економіка, яка тільки бере під 14% кредит. Руслан, здесь нужно понимать, что в 2015 году имел место самый настоящий преступный сговор, направленный на дальнейшее разорение бюджета страны и воровство государственных денег. Исполнителями этого преступления были Яресько, Яценюк, члены правительства с одной стороны и члены комитета кредиторов с другой стороны. На 20 лет, как правильно сказал Анатолий, заложена к нам эта бомба. Эта бомба в этом году начнет, в следующем году начнет взрываться. Доказательством того, что это было заведомое преступление, является то, что за несколько последних лет номинальный валовый продукт на бумаге вырос почти в два раза. За 2019 год его покажут в размере 153 миллиардов долларов. Я не ошибаюсь, профессор? Я думаю, что нет. Дело в том, что они уже зафиксировали эту цифру. Они не могут. Они пишут эти цифры, но они даже не смогли выйти в прошлом году на 3%. Они хотя и говорили, что 3% у них есть роста ВВП, но реальный рост есть только на 1,5%. Мы говорим сейчас о реальном валовом продукте. Да, реального роста не было в этом году, и в следующем году его не будет. Руслан, я обращаю внимание, что договоренность Ереська с комитетом кредиторов привязана не к реальному сектору, не к реальной экономике, не росту реального ВВП, а номинального ВВП. Это совершенно другие вещи. И они добиваются этого роста просто статистически на бумаге. А забирать из бюджета деньги будут реальные. Вся сумма, которая будет превышать 4% от 4% выше, они по договоренности с комитетом кредиторов имеют право на половину от нее. Вы знаете, я себе пригадал сейчас, что вот люди же голосовали за Зеленского, по сути, как за того вчителя Василя Голобородька, который, помните, когда стал президентом, он так картинно говорит, да. Угода с Международным валютным фондом, а идите вы. Да, да, да. И я не буду говорить, что он сказал тогда, куда они должны пойти, этот Международный валютный фонд, но, на жаль, президент сейчас, как бы это російською, лебезит перед цими всіма міжнародними валютними аферистами.